И мы работаем над теми местами, чтобы обследовали, опять же, специалисты, спасатели, где, может быть, это можно, еще раз говорю, может быть, солдатский пляж, но там нужен постоянный пост тогда, да, спасателей, может быть, есть организации, которые этим заниматься будут, да, чтобы оборудовать, в первую очередь, спасательный пост, почистить дно, понимать, на какую дистанцию можно заходить в эту акваторию, огородить, докуда можно доплывать, вот такие мероприятия. Сегодня 2-3 участка рассматриваются, но еще раз говорю, это большая работа, чтобы потом не было беды. Но мы рассматриваем. Сейчас пока нет таких участков в городе.